Это было неожиданно и огорчило каждого таджика. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, с кем сегодня прощается вся страна. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. На 57-м году жизни умер народный артист Таджикистана, знаменитый таджикский актер театра и кино Алаудин Абдуллаев. Источники сообщают, что актера не стало утром 17 февраля в Бахтаре. Причина смерти пока не сообщается. Известно, что прощание с артистом пройдет на его малой родине в Хатлонской области. В последние годы Алаудин Абдуллаев приобрел широкую популярность в странах Центральной Азии после участия в конкурсе талантов Central's Asia Got Talent, где он сидел в жюри. Абдуллаев, помимо актерской профессии, был также режиссером документального кино, театральным деятелем, членом Союза кинематографистов Таджикистана. Среди самых знаменитых работ артиста – роли в фильмах «Братан» и «Лунный папа». Особой популярности на родине он достиг после выхода на экраны авторской сатирической телепрограммы «Шутки Алаудина». А вы знакомы с творчеством этого народного артиста? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Таджикский актер и режиссер Алаудин Абдуллаев родился 15 мая 1965 года в Курган-Тюбе Таджикской ССР, ныне Бахтар. В 1989 году, после окончания Таджикского государственного института искусств имени Мирзо Турсунзаде, он начал свою карьеру в Курган-Тюбинском музыкально-драматическом театре, где успешно работал актером и режиссером, а после руководителем. Абдуллаев сыграл в десятках картин, в том числе в таких, как «Клевета», «Яма», «Истинный полдень», «Свидетель», «Мой выбор». На его счету роли и в телефильмах, и сериалах «В мечтах об отце», «Сад», «Странные дети», «Долг совести», «Хурам Диор». Среди театральных работ постановки «Экзаменационные приключения», «Антигона», «Жестокий доктор», «Интересные игры», «Уловки Аджус Кампира», «Государство Саманидов» и многие другие. А вам нравился этот человек и его творчество? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!